Народ, всем привет! У нас MacBook Pro 15 A1707 2017 года пришел с проблемой, треснуло стекло, тут оказались крошки и его просто закрыли. Где у нас надпись MacBook Pro? Вот у нас ленточка, давайте попробуем в этом видео аккуратно заменить его, не повредив при этом матрицу, потому что работа связана с очень большим риском и в сервисе обычно не берутся за такую работу, и понятно почему. Потому что большой шанс испортить дисплей, точнее его повредить. И мы начинаем. Видите, панелька лопнула в середине. Возможно, попала какая-то крошка. Дисплей закрыли, и лопнула стеклянная панелька с надписью MacBook Pro. Нужно будет аккуратно ее отклеить. Такое себе занятие. Я немножко прикупил фурнитуры. Нитки мулине для снятия батареи, обычную нитку для снятия поддевания данной панельки, ну и декоративные прищепочки, на всякий случай уже заготовил. Вот, сейчас будем пробовать ее отклеивать. Взял только для демонстрации, для видео. Вот, проталкиваю при помощи ногтей нитку. Оп, нитка уже оборвалась. Пробуем еще раз. Задача нелегкая, нам нужно будет ее именно отклеить таким образом, чтобы не повредить саму матрицу. Очень плохо поддается, то есть я проталкиваю нитку, нитка не проходит. Нашел кусочек пластика небольшой, пластиком немного протолкнул, но все равно не поддается панелька. Сейчас я вставил и пластик, и вставил нитку, и будем пробовать еще раз. Срезать скотч со внутренней стороны стеклянной панельки. Ну, вот таким методом. Правда, занимает по времени достаточно долго. На всю работу у меня ушло где-то примерно часа два. Это точно. Времени, чтобы снять данную панельку. Здесь я вам просто показываю способы. Видите, нитка без конца обрывается. Она, получается, задевает матрицу, трется и рвется. Дисплей у нас заводской, ну то есть родной, вместе с ним, который шел в комплекте. И он достаточно крепко приклеен и практически не поддается. Поэтому по чуть-чуть, очень аккуратно пробую расклеивать. Очень сложно и очень рискованно. Надо будет придумывать еще какой-нибудь способ снятия данной панельки, безопасный. Вот, нужно будет еще потренироваться. Но в дальнейшем я, конечно, не хочу заниматься данной работой и снимать, переклеивать данные панельки. Потому что работа связана с большим риском испортить матрицу. Конечно, лучший вариант — это разобрать полностью и снять дисплейный модуль целиком и уже работать с самим дисплеем. Но в моем случае я решил не снимать дисплей, а именно использовать во включенном состоянии, чтобы сразу видеть, если испортил матрицу, все, уже сразу расслабился. Если пойдет что-то не так, и при включенном дисплее я это сразу увижу. Полосы. При том, когда заденешь какой-нибудь из шлейфов матрицы, сразу пойдут полосы на дисплее. Пробую уже другой способ. Хорошо, что еще есть ногти, потому что остальную часть я уже снял практически ногтями. Вот видите, здесь она пластиковая штучка от упаковки уже застревает и дальше не идет. Теперь буду ногтями работать. Панелька еле-еле отходит, а нужно ее снять целиком, чтобы она не лопнула, не крошилась, потому что крошки стеклянные могут повредить дисплей. Дальше уже работаю ногтями, по чуть-чуть ее отклею не спеша, поэтому и по времени ушло примерно часа два на всю про всю работу. Затем в процессе, когда я уже немножко отклеил с обратной стороны и с другой стороны, но точно так же, как в начале видео, не стал снимать полный весь процесс снятия, потому что заняло бы очень много времени. Видите, я вставил ластик
вот в таком панели, тут как раз идет надлом, и с обратной стороны второй кусочек пластика. Вот, и по чуть-чуть я, получается, отклеивал эту часть. Видите, уже добрался до того момента, где у нас именно она сломана. Теперь нужно будет аккуратно снять эту область так, чтобы дальше стекло панельки не крошилось. Видите, по чуть-чуть продвигаемся к нашему ластику. Но уже почти готово. И вот, наконец-то, панелька уже снята, ее можно убрать вовнутрь компьютера, где вы видите шлейфы матрицы, очень много крошек. Снять удалось, не повредив ни один шлейф. Теперь понятно, после снятия панельки я увидел, почему нитка рвалась. То есть она задевала именно край матрицы, заостренный, и просто при снятии терлась. Вот эта штука отклеилась, сейчас я ее обратно верну. Видимо, это заводской скотч с левой стороны на пластмассовой основе. Ну, что-то в этом роде. Обратно ее приклеиваю, потому что она там нужна, даже необходима. Поэтому я и ждал пациента для того, чтобы снять подобное видео. Так, вот она панелька, видите, нам удалось ее аккуратно снять. А также есть еще съемная, готовая, новая. Вот, посмотрите, как выполнена работа. Не могу понять, откуда внутри под этой панельки оказались крошки, потому что она очень хорошо приклеена. Откуда крошки, так и не понял. Это было очень долго и очень было сложно снять вот эту сломанную штучку. Как ты думаешь, стоит делать в будущем или нет? Столько времени занимает. Тут еще крошки. Я уверен, что дисплей долго все равно не проживет, так как носят чехол тяжелый. Как ты думаешь, сколько он проработает? Недолго. Я тоже так думаю. Что бы ты порекомендовала владельцу? Не носить чехле. Еще? Я бы порекомендовал продать его, пока работает. Пока не поздно. Семечки хорошо заходят. Очень вкусные. Угу. Надо панель заклеить, но я не могу оторваться от семечек. Понятно. Солнце уже село. О, горькая попалась. Берем сухую щетку, а также компрессорный насос и выдуваем эти крошки из-под нижней панели. Почти все готово, ну а также еще под клавишами заодно почистим. Так, распаковываем нашу стеклянную панель. На ней должен быть заводской скотч. Но это не точно, я вижу, что заводского скотча на ней ничего вообще нету, на этой панельке. Очень странно, как мы будем теперь ее приклеивать. Тогда, наверное, буду использовать черный двухсторонний скотч, на который я приклеиваю дисплейные модули от iMac. Будем обрезать кусочками. И на сами шлейфы матрицы эти кусочки мы не будем клеить. Только в зазоры между желтыми шлейфами. Как показано на видео. Не уверен, что будет хорошо и долго держать. Вот. Но все-таки стоит попробовать. Данный скотч, он достаточно хороший, потому что может удерживать дисплеи от iMac, проклеенных в три слоя. В данном случае я сейчас полосками проклеиваю между шлейфами, кусочками обрезаю для нашей панельки.
Скорее всего, порекомендую владельцам, кто будет переклеивать панельки, уже брать сразу с заводским скотчем. На данной панельке не было заводского скотча, поэтому приходится использовать черную 3М ленту для планшетов. Так, отклеиваем бумажки от этого скотча. И сейчас будем позиционировать, точнее отцентруем нашу панельку стеклянную и приклеим ее в нижнюю сторону. Раскрываем максимум дисплей. Прицеливаемся. И проклеиваем. Пару прищепок декоративных я буду использовать, чтобы приклеить по краям. Точнее, прижать по краям дисплей. Проклеиваем панельку. Очень аккуратно, она хрупкая. Сильно нельзя давить, иначе она также лопнет. Берем декоративные прищепочки и вуаля, готово. Вот теперь сейчас вот так вот это выглядит. В целом выглядит как будто заводская. А вот она старая панелька, лопнутая. Все, убираем ее в сторону. Надо будет потом ее вернуть владельцам. Сейчас проверим, немножко закроем. В принципе, нижняя часть корпуса не задевает стеклянную панель, а это значит, что она будет держаться. Но это не точно, как говорится. Вот, я думаю, что на этом все. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях под этим видео. Тот, кто хочет получить личную консультацию, может сделать добровольный донат, donation alerts в описании под видео, и прислать скрин с донатом, а также получит личную консультацию по своему вопросу. На этом все. Пока-пока. Благодарю вас за ваши донаты в поддержку канала. Увидимся в следующем видео.